Уже более 27 тысяч жителей республики создали личные кабинеты на едином портале госуслуг. Обращаться к электронному сервису пользователи стали чаще. Только в этом году поступило более 35,5 тысяч запросов. О развитии системы государственных и муниципальных услуг сегодня говорили участники совещания под председательством полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича. Бумажная волокита уходит в прошлое. В электронный вид уже было переведено 69 государственных муниципальных услуг. Часто жители Чувашии заходят на портал, чтобы оформить заграничный паспорт, получить водительское удостоверение, сведения из пенсионного фонда. В рейтинге популярных запросов – регистрация автомобилей, браков, проверка штрафов и задолженности по налогам. Уже через 5 лет в электронный формат должно преобразиться более 70% услуг. Эту планку ставит федеральный центр. В ближайшее время необходимо наладить эффективное взаимодействие между ведомствами. График, который установлен постановлением правительства федеральным законом 210 в республике, исполняется в части перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Но проблема есть, я просто не хочу сейчас нас в эти проблемы загружать, потому что они там требуют такой еще достаточно долгой кропотливой работы. Не только в Чувашии, в целом, еще раз говорю, по реализации вот этой задачи. Именно переход на обеспечение государственной муниципальной услуги в электронном виде по принципу одного окна и, соответственно, уход этих функций от чиновника, да, то есть исключить возможность соприкосновения гражданина с чиновником, чтобы убрать все вот эти субъективные моменты, да, и, соответственно, ускорить, упростить процедуру, сделать ее более комфортной для людей. И самое главное, чтобы это, так сказать, была услуга, которая была доступна каждому гражданину, кто пожелал ее получить. Но чаще за помощью жители Чувашии обращаются в многофункциональные центры. На их базе предоставляют более 140 услуг. Сеть постепенно расширяется. До конца этого года в республике будет создано более 100 универсальных окон. В бюджете республики на эти цели заложено 6 миллионов рублей. Сейчас вы на пике находитесь пропускной способности. А какова реальная потребность у вас? Мы проводим постоянный опрос. Потребность большая. То есть не все услуги мы еще оказываем. Поэтому мы, конечно... А сколько мы не оказываем? 140 оказываем, а сколько еще остается за рамками? Ну, есть не только потребность государственных услуг, и сопутствующих. И поэтому, например, федеральная это вроде бы не государственная услуга, но потребность у граждан есть, чтобы зарегистрировать собственность. Вот ВДИ мы там... разве что они не принесли? Федеральный пути присутствует. Да, но это не относится к разряду государственных услуг. Свою эффективность сеть МФЦ уже показала. Услугами, которые предоставляют здесь, удовлетворены более 80% жителей республики. Но главное, что сократилось время обслуживания клиентов. Раньше в очередях приходилось стоять 40 минут, теперь 15. Полпред отметил, что этот показатель один из лучших в округе. Андрей Ковалев, Александр Петров, Республика.